По итогам 2 месяцев текущего года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, в результате которых погибло 5 человек и 17 получили ранения. Несмотря на снижение показателей аварийности по данному виду происшествий, дорожно-транспортная обстановка в отдельных районах нашей республики остается напряженной. В целях формирования у водителей и пешеходов устойчивых навыков, дисциплинированного поведения, целенаправленной профилактической отработки по выявлению водителей, нарушающих правила дорожного движения, сотрудники ГИБДД Кашхабльского и Шавгиновского районов провели профилактическое мероприятие «Пешеход». Сегодня на территории Кашхабльского района проводится профилактическое мероприятие под названием «Пешеход». Данное мероприятие рассчитано провести с 16 марта по 20 марта. Целью данного мероприятия является приучение пешеходам к правилам дорожного движения, а также взаимоуважение между участниками дорожного движения. Активное участие в акции приняли юный инспектор движения, которые вместе с сотрудниками ГАИ призывали пешеходов и водителей быть взаимовежливыми и раздали специальные памятки с правилами дорожного движения. Вы хороший водитель? Конечно. Смотрите, вот такие аварии никогда не должны повториться.